Отже, друзі, на першому міському розпочинається проект «Код доступу», програма, де ми завжди говоримо про актуальне. В студії з вами Олександр Філяєв. Вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. Ну і як анонсував сьогоднішню зустріч зі своїм гостем, говоритимемо в ефірі про міський електротранспорт нашого міста. І поспілкуюсь про це з гостем студії «Код доступу», експертом у галузі громадського електротранспорту Олександром Вельмошко. Вітаю вас. Вітаю. Ну, отже, давайте розпочнемо із приємної новини для мешканців Суворівського району. Це про те, що фахівці вагонобудівного Одеського міського електротрансу завершили розробку третього великого трамваю Одеса Макс, так? Одіссей Макс. Одіссей Макс, так, Одіссей Макс. І за словами першого віце-мера Одеси Дмитра Жемана, його найближчим часом планують запустити на сьомий трамвайний маршрут від торгівельного центру Суворівський до Пересіпського мосту. Ну і виникає питання, коли це станеться. Ви щось знаєте з цього приводу? Скажем так, сегодня на презентации этого трамвая прозвучали слова и директора департамента транспорта, и самого мэра о том, что нужна, скажем так, небольшая техническая пауза для испытания этого вагона. То есть его только буквально на днях завершили сборку, его еще нужно испытать на всех городских маршрутах и официально принять в эксплуатацию. Угу. Обычно это занимает где-то неделя, 10 дней, 2 недели максимум. То есть, в принципе, можно примерно к 20 апреля, плюс-мінус ожидать його появлення на сьомому маршруті. Як ви вважаєте, запуск цього великомісного трамваю, він вирішить проблеми? Ну, скажем так, кардинально стратегически один трамвай для миллионного города и даже для одного важного маршрута, такого как седьмой, это капля в море. Но на самом деле запуск любой дополнительной, особенно новой единицы электротранспорта в нашем городе, это действительно важно. И это особенно важно в связи с нынешними карантинными ограничениями, потому что такой Одиссей Макс может брать 62 сидячих пассажира. У него 62 посадочных места. Mm-hmm. Для сравнения, в обычных трамваях Татра 23 сидячих места при одном варианте компоновки и чуть больше 30 при другом. В обычных Одиссеях 26 сидячих мест. Угу. Ну, по вместимости это фактически, как раньше были и как сейчас есть в небольшом количестве, двухвагонные трамваи. То есть это абсолютно аналогичное по вместимости. Ну, то есть с карантинными обмеженнями это величезный плюс цьому виду транспорту, да, у такому форматі. Мене цікавить ось яке питання, пане Олександре. Скільки засобів масової інформації наших одеських підхопили вашу першоквітневу новину про 50-метровий Одіссей Макс, який ось-ось виходить? Да, я ж так розумію, що ви були ньюзмейкером. Да, була така шутка. Утром 1 апреля я думав, як би мені немножко пошутити, взяв в фотошопі к фотографії обычного трамвая Одиссей Макс трехсекционного, того, который уже есть, взял и дорисовал две таких же секции. Угу. Провел некоторый анализ его, так сказать, характеристик и написал шуточную заметку с просьбой читателям обратить внимание на дату публикации. Не все обратили. Не усі. Да. Я навіть здивувався, коли деякі колеги одеські наші навіть видали телевізійні сюжети з цього приводу. Не підраховували, скільки таких було? Ні, не смотрел. Угу. Добре. Шутка оказалась, скажем так, довольно пророческой, потому что 1 апреля мы сделали эту шутку, 2 апреля было объявлено в пятницу, что настоящий уже 30-метровый вагон готов, угу. И вот сегодня, 6 апреля, мы все его увидели своими глазами. Ну, давайте тоді розповімо усі, можливо, те характеристики Одіссей Максу, аби не вводити людей в оману, і на що ми реально розраховуватимемо найближчим часом. Значит, Одиссей Макс – это трехсекционный трамвай. У него две секции с обычным высоким уровнем пола, как в обычных трамваях, и вторая секция с низким уровнем пола. Соответственно, вход в нее с улицы через дверь без ступенек, но в салоне есть ступеньки. Это обусловлено тем, что используются ходовые тележки образца Татры Т3, которые прекрасно знакомы нашим одесским трамвайщикам, очень надежные, очень ремонтопригодные.
И, что важно, это позволяет в данный момент очень серьезно экономить средства. Я приведу сравнение. Новый трамвай аналогичной длины 30 метров, электрон, но с полностью низким уровнем пола без ступенек по всей площади салона, стоит для Киева по ценам 2019 года более 46 миллионов гривен. Один. Один Odyssey Max стоит в итоге, с учетом его сборки, чуть больше 20 миллионов. Угу. Это, скажем так, это вариант дешево и сердито. У першому і у другому випадку, як у столичному, так і у нашому, це 30-метровий. Да, так, да. Ось. Тобто вони аналогічні по общій вмістимості, аналогічні по длині, аналогічні по електронній системі управління, по, скажімо так, енергоефективності. Вони, звісно, різні по дизайну, але дизайн – це діло вкусу. Угу. І совершенно різні по ходовій частині. А на ваш смак, який кращий дизайн? Дизайн – це, скажімо так, гораздо интереснее говорить о дизайне собственной разработки. Вот тут как раз одесский Odyssey — это действительно уникальная разработка, сделанная специально для Одессы, известной днепропетровской компании, которая в свое время разрабатывала дизайны локомотивов железнодорожных, разрабатывала дизайны интерьеров украинских скоростных поездов. То есть к делу подошли на весьма серьезном уровне. Дизайн же львовских электронов, он, скажем так, очень напоминает, если посмотреть фотографии, дизайн турецких трамваев, производимых по немецкой лицензии. Электрон, кстати, тоже производится с рядом импортных комплектующих. Это прежде всего его ходовые тележки и то, что называется узлы сочленения или гармошки между секциями. Добре, для цього виду транспорту нового не потрібна модернізація рейок? Вот как раз плюс таких вот частично низкопольных трамваев, как Odyssey Max, это в том, что они на ходовых тележках старого образца, они более приспособлены для, скажем так, не самых хороших путей. В то же время низкопольные, полностью низкопольные трамваи требуют, во-первых, качественных путей, во-вторых, если говорить о так называемом первом поколении низкопольных трамваев с ходовой частью, которая неповоротная относительно их секций, то они требуют еще и либо прямых путей без поворотов, либо они очень изнашивают пути. То есть я приведу один пример. В Киеве вот эти самые электроны эксплуатируются всего на одной линии трамвая, на Борщаговку, скоростной маршрут. Так. На этой линии есть всего один крутой поворот возле Киевского железнодорожного вокзала на улицу Жилянскую. Так. Пока эти электроны не запустили на линию в 2017 году, этот поворот более 10 лет эксплуатировался там, ну, без ремонта существенного. За два года четыре трамвая «Электрон» на тот момент, скажем так, сточили эти рельсы в повороте настолько, что их пришлось менять. Угу. В то же время трамваи более продвинутого технического поколения, такие как польские в Киеве, они имеют поворотные тележки и, скажем, они меньше гораздо изнашивают путь, но они существенно дороже. То есть если «Электрон» стоит 46 миллионов, 45-46, то польский длиной 26 метров, а не 30, он стоит уже больше 57 миллионов. Чимало, скажу вам. Да, но, скажем так, цена одного трамвая европейского класса по европейским ценам сейчас это минимум 2 миллиона евро. Нередкость 2,5, нередкость даже 3 миллиона евро за один вагон длиной там примерно 30 метров. Это нормальные европейские цены. Но, скажем так, это то качество, за которое нужно платить, и это то качество, которое служит затем действительно десятки лет. То есть, если мы говорим, например, о трамваях, то трамваи даже немецкого производства, швейцарского производства, французского, они могут служить по 50 лет, ну, конечно, при условии своевременного технического обслуживания. Ближайший к нам пример такой – это Винница с их швейцарскими трамваями действительно 50-летней давности, которые выглядят как новенькие. Цікаво. Ну, а що стосується якості наших трамваїв, можуть вони якось позмагатися із європейською якістю? Тут сложный вопрос. Пока что на данный момент из тех трамваев, которые были собраны в Одессе с 2016 года, неисправны два вагона, но они
скажем так, достаточно долго стоят в ремонте после ДТП. Угу. Там не только технические моменты, там еще и бюрократическо-процессуальные, которые затягивают ремонт. То есть ремонт, например, можно начать после того, как закончатся все судебные разбирательства по данному делу. Зрозуміло, так. И это иногда затягивается на несколько месяцев. Добре, скажіть, ну ось цей сьомий многостраждальний маршрут, який поповниться, ну скажімо так, у середньому за два тижні новим Одіссей Максом і ну більш-менш вирішить проблему під час, тим більше, червоної зони карантину, а де ще можна бачити, на яких маршрутах Одіссей? Самый первый Одиссей Макс работает на 26-м маршруте. Это от Старосяной площади до 11-й станции Люздовской дороги. А обычные трамваи Одиссей, их пока что 6 штук ходят. Их можно встретить на третьем, который сейчас тоже сокращенный от Старосяной до Люздовской. Его можно увидеть на пятом, иногда на 28-м, постоянно на 12-м маршруте, иногда на 15-м. Угу. Иногда и на 28-м. Ну, скажем так, достаточно часто. Плюс не стоит забывать, что в городе есть еще 16 трамваев тоже одесской сборки, но чуть более другого, более старого дизайна, типового чешского дизайна конца 90-х, который был разработан для, так сказать, дешевой модернизации имеющегося трамвайного парка там, в Чехии. Ой, знаете, мне цікаво, коли якийсь новий трамвай запустять за 18-м номером у бік 16-ї станції Великого Фонтану, бо минулоріч, ну, як культ-програма для столичних друзів, які приїжджали на відпочинок на море. Проїхалися ми кілька разів цим маршрутом. І хочу вам сказати, що ті вагони, які наразі там є, ну це просто сусвітній жах. Щось знаєте з цього приводу? Ну це ж курортний напрямок. Зараз там поки ходить тільки 17-й маршрут до 11-ї станції Фонтана, із-за того, що на 16-й повністю реконструюють кольцо. І ось щодо цього кола. Знайшов інформацію у Петра Обухова на сторінці, де він дивувався проєктом цього кільця, який якийсь певний час буде трикутником. Тут совершенно нечему удивляться. Расскажи. Мне самому удивительно, почему депутат, который является главой транспортной комиссии, удивляется совершенно рядовому техническому решению. Ну, тобто, давайте аргументуйте нашим слухачам. Дело в том, что там действительно будет некоторое время работать схема, скажем так, временная разворота по треугольнику. То есть вагон заезжает, когда едет в сторону 16-й Фонтана, в тупик, затем разворачивает из этого тупика, выезжает задним ходом по другому пути на конечную, и после чего уже движется в сторону Куликова поля так, как нужно. Эта схема применяется во многих городах в том случае, если нет места организовать разворотное кольцо или как временное решение. То есть в Одессе такие временные решения применялись неоднократно. Угу. Последний раз это было в 2017 году, когда была реконструкция Тираспольской площади. Некоторое время, там 2-3 недели, так запустили движение 15-го и 21-го трамвая, чтобы не ждать. До реконструкции улицы Софиевской специально для такой возможности разворота был специальный даже тупик напротив художественного музея в переулке Ляпунова. Угу. Он использовался для служебных надобностей. И были еще ряд таких моментов даже в истории Одессы. Например, 10-й трамвай с 1948 по 1968 год, пока не построили Черемушки, он заканчивал свой маршрут именно вот таким треугольником на Ближних Мельницах на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Рекордно. Я могу чуть-чуть запутаться в названиях улиц в связи с их постоянным переименованием, но дело было именно так. Ну, тобто, нічого дивного, нічого... Да, то есть там ситуация на 16-й Фонтана следующая. Там застройщик финансирует строительство нового разворотного кольца вместо старого, чтобы пути проходили не между домами, как они были до этого, а вокруг них, охватывая весь этот жилой комплекс, так будет более безопасно. О, это наиболее важное. Не успели
потому что это начали делать осенью, не успели за зимний сезон это сделать полностью, но вот в качестве временного решения уже готов технически этот треугольник, и, насколько я знаю, в апреле, может быть, даже ближе к середине апреля, 18-й маршрут должен пойти вот таким образом, но 19-й пока ходить не будет. Угу. Зрозуміло. Ну і аби трамвайну тему, скажімо так, підсумувати, пан Жеман говорив про те, що цьогоріч міська влада планує побудувати ще 10 трамваїв «Одіссей» і «Одіссей Макс». Ну, кількості незрозуміло. Ну, співвідношення скільки на скільки буде побудовано. Скажіть, як вважаєте, це реально? Якщо говорити по производственним можливостям «Одесгорелектротранс», угу, то да. А если говорить о финансовой составляющей, то ситуация пока точно неизвестна. То есть, как минимум, на предприятии есть два еще не до конца собранных обычных одиночных «Одиссея». Угу. Это из закупки 2020 года. А остальное нужно смотреть, как городской совет будет выделять средства на эти закупки, потому что они производились следующим образом. Городской совет выделял для КП «Горэлектротранс» определенные средства для того, чтобы закупить основные комплектующие для сборки этих вагонов. Mm-hmm. Затем после этого КП «Горэлектротранс» уже добавляла свои собственные средства на различные второстепенные комплектующие, там, на отделку салона, на стекла, окраску, сборку и так далее. И завершала это финально. И таким образом получалось, что закупка «Одиссея Макса» по первоначальному тендеру стоило порядка 16-17 миллионов гривен, если судить по последнему тендеру 2020 года, а итог около 20. Угу. То есть нам нужно следить за тендерами и, скажем так, смотреть, что происходит. И чи можливо це буде реалізувати реально? Для того, чтобы успеть собрать еще несколько «Одиссей Максов» до конца этого года, тендер должен быть проведен вот примерно таким расчетом, чтобы завершиться до конца весны. Угу. Соответственно, затем технический процесс поставок этих корпусов с электронной системой управления, чтобы он начался летом. И темпы позволяют собирать один трехсекционный вагон, если на него брошены, скажем так, все силы вагоноремонтных мастерских, где-то за полтора месяца. Если мы говорим об одиночном вагоне, то одиночный вагон можно собрать, соответственно, за 3-4 недели. Ну, тобто цілком реально. Да, да, по производственным возможностям это очень реально. Важно, чтобы тендер на закупки провели вовремя, чтобы успеть это все сделать до конца года. До речі, цікава ваша думка з приводу того, чи існують вже на сьогоднішній день якісь певні конкретні певний конкретний час завершення ось це також багатостраждального напрямку північ-південь, трамвайного напрямку. Тут можна дуже поставити два срока. Перший срок – маршрут «Север-Юг» можна технічно запустити тими трамваями, які є, через кілька днів після того, як запустять трамвайне движення по новощепному ряду. Угу. Это как бы вариант минимум. А на сегодняшний день на каком этапе? На сегодняшний по состоянию на вечер 2 апреля или 3 апреля, угу, когда вот запустили движение автомобилей по водопроводной, так, там оставалось уложить ровно 2 метра трамвайных путей на стрелке, угу, и подвесить 2 или 3 метра контактной сети. Ну, все. 3 дни. Да, то есть это еще там есть работы по укладке плитки между рельсами, но это все можно проводить уже во время запуска трамвайного движения, хотя бы испытаний. Угу. То есть это действительно в варианте минимум, это вопрос тоже нескольких дней, максимум 2 недель. Если говорить о варианте максимум, чтобы мы ездили по этому маршруту действительно быстро и на вагонах европейского класса, то там еще предстоит колоссальнейшая работа по реконструкции трамвайных путей вот как раз на 7-м маршруте. Угу. В первую очередь. И во вторую очередь по Люсдорфской дороге. Так.
Это очень много, это очень долго и очень дорого. Город ждет согласования получения кредита на 20 миллионов евро на полную реконструкцию всей линии от Пересыпского моста до улицы Паустовского. То есть там не только будут менять рельсы, там будут вводить диспетчеризацию движения, настройку светофоров под режим зеленой волны для трамваев и многое другое. И современные остановочные комплексы. В общем, полный набор всего того, что делает трамвай действительно быстрым, скоростным, называть его можно как угодно. Но це вже розтягується у часі на роки. Да, но, скажем так, если проводить эту реконструкцию линии по-умному, то ее можно проводить даже без закрытия движения с реверсивными участками по несколько сотен метров. Так делали на этой линии в 2008 году, и это нормально совершенно работало. Дело в том, что когда, как сейчас, происходят реконструкции с полным закрытием движения, это обычно связано с тем, что под трамвайными путями еще меняют огромную кучу различных инженерных сетей, и там действительно это технически оправдано. В случае же линии на поселок Котовского, она полностью проходит по выделенному полотну отдельно от проезжей части, и, соответственно, там есть возможность на большей части этой линии менять только рельсы, только с основой под эти пути, не раскапывая там на огромную глубину, не раскапывая огромные трубы, и делать это с сохранением движения трамваев. Добре, давайте про дані Департаменту транспорту і зв'язку організації дорожнього руху нашої Одеської міськради, про його звіт про роботу за 2020 рік. Згідно нього, у минулому році кількість перевезених пасажирів скоротилася на третину з 276 мільйонів у 2019 до 177 у 2020. Ну, причина – це карантин. Карантин совершенно однозначно, потому что люди сидят дома, люди меньше ездят на учебу, люди меньше ездят на работу. К тому же сказался более чем двухмесячный период, когда электротранспорт, в частности, и вообще городской транспорт работал в очень ограниченном режиме. То есть мы помним, когда у нас были спецпропуска, когда на весь город несколько дней работало всего 10 автобусных маршрутов, и только с... Ну, это коллапс был. И с побытием вікон. Да, сейчас, возможно, тоже может быть аналогичное какое-то решение, тоже в связи с карантином. Надо быть к этому готовыми в любой момент. И чем, скажем так, чем больше мы ездим в транспорте без масок, тем быстрее этот момент настанет. Угу. И хочу тоді запитати, це стосується, ну, проїзд по перепусткам, це стосується виключно електротранспорту? Нет, або це касається всього транспорту. От у нас, наприклад, сусідній з нами Ніколаїв, там взагалі всі види городського транспорту зараз працюють тільки в часи пік. Угу. І тільки по спецпропускам. Ну і маємо картину столичну, коли зараз також у них... Да. Но тут это вопрос сознательности граждан в том числе. Потому что если бы мы соблюдали все карантинные ограничения добросовестно, то нам бы не пришлось сейчас говорить о переполненных больницах, нам не пришлось бы говорить о красной зоне и не пришлось бы говорить о полной остановке транспорта. А якщо брати дані щодо перевозки пасажирів за 2020 рік, то виходить, що маршрутки перевезли 22,5%, тролейбуси 27,2%, а ось на трамваї прийшло 53%, ну, від усіх пасажирів. Це можливо? Очень даже да. Во-первых, среди всего одесского транспорта, городского транспорта, электротранспорта, это, по сути, на данный момент единственный транспорт большой вместимости. Если мы говорим о нормальных условиях его функционирования. Автобусы, во-первых, их количество постоянно уменьшается. Несколько лет назад, когда только обсуждался проект электронного билета, то была зафиксирована цифра, что для этой системы количество автобусов на городских маршрутах должно составлять около 1100. Ого. Ну, речь идет о автобусах малой вместимости. Ага. По факту. Ну, тобто маршрутка. Затем, да, затем, когда в 2018 году повышалась стоимость проезда последний раз до 7 гривен, с тех пор количество автобусов на маршрутах колебалось около 800. Угу.
Тобто не вистачало певної да, кількості. Затем в 2020 году їх количество ще уменьшилось, і як показували последние конкурсы на маршруты, которые провели в январе этого года, то несколько маршрутов, таких как 117, 137, которые ходили через Черемушки, частные перевозчики вообще отказались работать на них. Чому? Они выгодно. Люди ушли с маршрутов. Ну, це ще ті напрямки, які, наприклад, з центру на Черемушки, там доволі розвинений тролейбусний. Совершенно верно. Люди выбирают вместо вот этих вот убогих разваленных маршруток с соответствующим контингентом водителей, выбирают электротранспорт. И не только по уровню комфорта, это еще и дешевле. Так, на 2 гривні, якщо я не помиляюся. Да, да. Угу. Добре, цікаво тоді, що стосується тролейбусного розвитку нашого міста. На що ми можемо, ну, от, мешканці, розраховувати найближчим часом, знаєте? В ближайшем будущем, наскільки я понимаю вообще логіку розвитку тролейбуса як виду транспорту, в Одесі він буде. Но, скажем так, именно кардинального развития там, в виде строительства новых линий троллейбуса и чего-то такого, скорее всего, этого уже не будет. Угу. Почему? Потому что сейчас из-за технического прогресса просто происходит слияние автобуса и троллейбуса в одно целое, в электробус. Так, и, до речи, что до закупівлі 5 новых електробусів цьогоріч із пунктами підзарядки за 30 Значит, мільйонів гривень. Да, городський совет поки на уровні транспортної комісії, ні, не транспортної, а комісії по ЖКХ, тому що транспортна комісія вопросами закупки електротранспорту не займається, цим займається комісія по ЖКХ, согласував виділення 30 мільйонів гривень на закупку 5 електробусів. Значит, тобто гроші вже їх эти 30 мільйонів должны ще утвердить на сесії городського совета. І вот тогда можна буде говорити о конкретних планах закупки. Но скорее всего, это будет и будет в этом году. 30 мільйонів, скорее всего, это будет закупка через одну из лизинговых схем. Это достаточно эффективно. Это будут сочлененные электробусы, то есть гармошки особо большой вместимости. Угу. Если говорить о технических характеристиках, то сочетание той цены, о которой идет речь, и характеристик говорит о том, что это могут быть, скорее всего, белорусские электробусы сочлененные. Это освоенная уже в производстве машина. Они массово работают в Минске и достаточно эффективно. Украина ничего подобного не вырубляет. Украина делает, своими потужностями. Делает, но это немножечко другое техническое решение. То есть то, что предлагают белорусы, это электробусы с емкостями на суперконденсаторах. То есть он быстро заряжается, но может проехать от одного заряда где-то 20-25 километров. Затем ему нужно 5-10 минут постоять, позаряжаться. Угу. Например, на конечной остановке, пока водитель пьет кофе. То, что предлагают украинские производители, в частности, завод «Электрон», это электробус классический, который заряжается ночью, но зато он может потом отпахать, извините, целую смену с запасом хода 200-250 километров. Но такой электробус во Львове пока есть только один, с 2016 года, и он, честно говоря, чаще стоит без дела, чем ездит. По Чому? Техническим причинам. А, технически. Но это причина. Первый опытный экземпляр, который, на котором они, по сути, просто отрабатывали опыт. Угу. Технология электробусов с вот такой ночной зарядкой, она имеет большие преимущества и имеет при этом большие недостатки. То есть представьте себе, например, ночью станут на зарядку 100 электробусов. Это вся Одесса просто потухнет при нынешнем состоянии электросетей. Если мы говорим об электробусах, которые подзаряжаются периодически на конечных остановках, или об электробусах, которые могут подзаряжаться во время движения от троллейбусной контактной сети, это третий вариант, то это не создает дополнительной нагрузки на электросети, такой чрезмерной, но при этом нету того запаса хода, который есть у электробусов с ночной зарядкой. Угу. Ну, тобто, у будь-якому випадку вони
Ну, взагалі, при нынешних обставинах, вони можуть таки з'явитися цьогоріч? Да, да, в этом году... А на яких маршрутах можна буде їх значит, побачити? Пока что говорится о том, что они будут работать, если говорить о пяти машинах, на маршруте от Пересыпского моста до поселка Котовского по улице Семена Полея, по бывшей Днепропетровской дороге. Ніхто не любить. Дело в том, что это направление на поселке Котовского, оно не имеет никакого электротранспорта, и там сейчас живет больше людей, чем вдоль проспекта Добровольского. Это районы массовой застройки, в том числе пригородные застройки. Пока 5 машин, более оптимально иметь короткий маршрут, на котором они могут более эффективно использовать свои преимущества и меньший оборот. То есть, например, 5 машин уже на маршруте от поселка Котовского даже до вокзала – это тоже капля в море. А до Пересыпского моста – это уже что-то. Скажем так, в этом году как раз истекает срок нынешней программы развития электротранспорта на 2019-2021 годы, и примерно в августе-сентябре горсовет должен будет принять следующую. Если он ее не примет, это будет существенная недоработка. И вот когда будет хотя бы проект этой программы следующий, например, на 2022-2025 годы, вот там как раз необходимо заложить четкое финансирование, четкие планы о том, сколько город планирует купить трамваев, сколько троллейбусов, сколько электробусов, что, где и как сделать. То есть нынешняя программа, кстати говоря, она в отличие от ряда предыдущих выполнена хотя бы больше, чем на третьей. Это уже большой плюс. Потому что когда принимались, например, масштабные программы развития электротранспорта там, на 2011-2015 годы, было очень смешно читать сначала эти цифры, а потом видеть в 2015 году в графе куплено 0-0-0. И так бывает. Да, Одесса действительно была одним единственным крупным городом Украины, который там годами вообще никак не обновлял электротранспорт. Ні, ну то, що були такі... еволюція електротранспорту у нашому місті, вона очевидна, і можна її побачити неозброєним оком, це факт. А, ну, тим не мені, тут є определенне движення, яке з цим спорять. Хто? Я подозреваю, що це лоббісти частних перевозчиків, які зараз переживають не кращі часи. Безумовно. І тим більше, ми останнього разу, коли з вами зустрічались, ми якраз і обговорювали цей новий закон щодо покращення перевезень. Який до сих пор так і не прийнятий. І не прийнятий. Ні один, ні поступивший в Раду второй. Ну і чомусь не дивно, мені здається, чому так не сталося, бо, напевно ж, не можуть зійтися там у певних питаннях. Безусловно. Но, тем не менее, развитие какого-то автобусного движения в Одессе тоже необходимо, потому что есть огромная масса районов, которые не имеют трамвайного, троллейбусного сообщения, но лично мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти направления закрывались тем или иным вариантом электробусов. Во-первых, из-за цены, во-вторых, из-за экологичности и, в-третьих, из-за долговечности. Угу. Потому что если не говорить о батареях, то электробус в той части его ходовой, электродвигателя и так далее, он существенно долговечнее автобуса. Слухайте, і ось, ну, буквально час летить, не встиг озирнутися. Буквально у нас хвилина-дві є. Знаю, читав і чув про те, що Харків, Дніпро і Київ на міському рівні розглядають можливість збільшення вартості проїзду у міському електротранспорті. У нашому місті з цього питання нічого не чули? Значить, у нас кілька тижнів назад, якраз на фоні цих заявлень, городські власти говорили о том, что не собираются повышать цену. И те расчеты, которые проводились в Одессе специалистами, показывают, что кардинально повышать стоимость проезда нет смысла. Угу. А из-за относительно низкой себестоимости. Дело в том, что одесский электротранспорт является наряду с винницким самым энергоэффективным в Украине, чисто по техническим характеристикам. В том числе это зависит от культуры работы водителей трамваев. Ого. А в то же время Львов сейчас провел процедуру повышения стоимости проезда в этом году, которая может достигнуть, в том числе в электротранспорте, до 10 гривен в некоторых условиях.
Но тоже я выскажу тут свою субъективную точку зрения. Если Одесса будет переходить на электронный билет, то самый лучший вариант стимулирования граждан переходить на электронный билет – это гривны. Угу. То есть, если мы говорим о безналичной оплате, которая, кстати, уже частично действует у нас, то стоимость билета остается прежним. Если хотите купить билетик у водителя, извольте, там чуть-чуть дороже. А чому? Аргументуйте. Потому что это дополнительная нагрузка на водителя. Угу. Это возможность каких-то не самых честных махинаций с черным налом, так как происходит у нас с теми же маршрутками зачастую. Это, опять же, стимуляция пассажиров к использованию електронного билета. Так. Взагалі, це питання електронного квитка, цьогоріч, воно буде впроваджено? Если говорить как о системе, то я не могу сказать ничего конкретного. Если говорить о безналичной форме оплаты через одно из мобильных приложений, угу, то оно уже действует на большинстве трамвайных маршрутов. Цікаво. Я им активно пользуюсь. Серьезно? Який маршрут? Все, кроме тех, которые сейчас идут от Старосельной площади. Угу. То есть это технический момент, то есть идет постепенный процесс оснащения этими датчиками-валидаторами всего подвижного состава. Сначала по одному на вагон или на троллейбус, затем у каждой двери. Добрый. То есть уже сейчас можно там на 18-м, на 28-м, на 5-м, на 15-м трамваях, на 7-м том же. В кабине водителя есть датчик, светится синим цветом, подносим телефон с купленным билетом через приложение, расплатились и вышли. И никакого личного контакта денег с целью нашей с вами безопасности. Mm-hmm. Ну а страйки кондукторів не передбачаються? Нет, наоборот, водителям многим удобно. Это не отвлекает от движения во время там, подсчета денег. Добре. Ну і, можливо, ви знаєте щось, про що ми сьогодні ще не говорили. Да, у нас є ще один проєкт, який, к сожалению, не смог осуществиться в кінці 2020 року, але зараз він знаходиться на согласуванні в Європейському інвестиційному банку. Я говорю о закупці дійсно якісних низькопольних трамваїв, о яких ми говорили в самому початку. Угу. Европейский инвестиционный банк выделяет Одессе кредит в 20 миллионов евро. На 4, их хватит на 14 современных вот таких вот многосекционных трамваев, абсолютно новых, с полностью низким полом. Но, скажем так, тендер был проведен в 2020 году. Угу. В нем участвовала украинская компания «Татра Юг», в нем участвовал завод «Электрон», и в нем участвовало одно из подразделений огромного китайского концерна CRRC по производству всех видов рельсового подвижного состава. Так. Но из-за бюрократических каких-то моментов, скажем так, с какими-то нарушениями, этот тендер был отменен в самом конце декабря, и сейчас наше КП «Горэлектротранс» подало документы на организацию этого тендера снова в Европейский инвестиционный банк, и сейчас ждут от него согласования, чтобы можно было после согласования сразу объявить этот тендер снова. Цікаво. І у разі успішного проходження тендеру, коли ж ми зможемо... В этом году, може, если этот тендер могут провести быстро в этом году, вот, объявить, скажем так, уже сейчас, то есть шанс, что с учетом медленно работающих вот этих всех процедур закупок по европейским кредитам, именно по бюрократическим причинам, то есть шанс, что в этом году может быть первый такой вагон. Круто. Да, но это, повторюсь, это действительно долгоиграющая, но очень надежная и очень дешевая процедура. Потому что если мы говорим о вот таком кредите, его нам дают под 2% годовых. И это очень низкий процент, который даже ниже стоимости инфляции. Класс. Ну, я дякую вам. Надихнули. Дали зрозуміти, що Одеський міський електротранс не тільки живе, а він і наразі, виходячи з нашої бесіди, він процвітає. Ну, я би не сказав, звісно, що іменно процвітає, він розвивається, але, звісно, хотілося б, щоб це розвиття було більш активним, більш швидким. Але ж те, що воно відбувається у форматі степ-бай-степ, це теж непогано. Согласен. Тим більше за нинішніх реалій. Тоже согласен.
Дякую вам, друзі. Сьогодні про життя нашого міського електротранспорту говорили із експертом у галузі громадського електротранспорту Олександром Вельмошко. Ну, а це був проект «Код доступу», програма, де ми завжди говоримо про актуальне. З вами був Олександр Філеєв. Залишайтесь на 102.7. Почуємось.